Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, зайдем-ка сюда, их тебя стега. Ты готова или нет? Ну вот, совсем другой разговор. Так, помещаем. Соответственно, прокачиваем. Замечательно. Так, и еще одну прокачиваем. И делаем эволюцию. Сколько нужно? 47 долларов. Может быть... Нет, не получилось. Хорошо. А если я еще разочек? Ну-ка. Да ну хорош. Это что за издевательство? Эй. Блин, только зря, получается, 90 бакинских выкинул. Думал, сейчас успеем сделать по Шурику. Угу. Не вышло. Так, забрали с тобой хавчик. А здесь у нас кто? Раджазавр и Диплотатор. Естественно, это все помещаем. И надо нам его прокачать. Вот этого. Ну-ну-ну. Замечательно. Лучше бы я 100 бакинских потратил бы здесь, чем 97 на их тестегу. И Диплотатор у нас тоже готов поместить. Ну что, заберем награды здесь. Раз, два, три. Совершите сделку. Давай посмотрим. Диплодока я менять не буду. Распределять на зиму рун по всем существам противника. Фигня какая-то. Очки доверия. Каритозавр. Наверное, я воздержусь. ДНК на очки доверия. Тоже не хочу менять это все. Так, монолофозавр на очки доверия. Вот это, наверное, можно сделать. Это можно сделать, потому что монолофозавр у меня есть. Я бы даже сказал, очень много у меня их есть. Так, а тут что? Гейзер на баксы? Ну, давай. Че мне, гейзер, что ли, жалко? Все. Здесь заберем с тобой награды. Открыть набор карточек пока не выполнено. Собрать моды. Ну, собрать моды ты сам понимаешь, да? Начнем, наверное, за деньги. Так, Чарли выдает нам кровожадность. Поехали дальше. Давай-давай, не жмись. Дали нам слабость. Ну, ты понял, да? Игрушечка вылетела, как всегда. Она любит выпендриваться. Так, что нам нужно? Еще моды. Так, где у нас там? Где у нас там? Собрать еще один мод. Давай вот это вот. Хотя бы один редкий с тобой получим. И это шипы. Когда существо атакует, оно наносит в ответ 50 урона. Ну, в принципе, неплохо. Забираем здесь ДНК. 3180 опыта. У нас половина 52 уровня уже насобиралась. И теперь самое интересное. Переходим на события и смотрим, что же у нас тут. Чудовище глубин, денежная борьба, китайский Новый год. Ох ты, китайский Новый год. Это что-то новенькое, ребята. Набор Азия, выживание. А ну-ка, дай-ка я сейчас заюзаю. А что тут делать? Против этого я могу взять Алангозавра. Ну, а против Капразухов, естественно, Пеликанептерикса и Скафагната. Я думаю, эти пташечки от меня никуда не денутся. Блин, буквально 2 хп мы оставим. Не добьем чуть-чуть. На-ка тебе. Ну, сейчас, естественно, он будет меняться. Естественно, меняться, брать Капразуха. Че, серьезно, что ли? Ну, если я вот так сделаю. Ха, ты жук ты навозный. Допустим. 3 атаки. Берет и делает 2. Одну очку действия он оставил про запас. А вот так вот сделаем, да и все. Ну что, вырубаем. И появляется Капразух собственной персоной. Ну что, скорее всего сейчас... Ты смотри-ка, ничего не стал делать. А это зря, мне кажется. Очень зря. Ну что, я сделаю, наверное, 3 атаки. Раз, два, три. И 2 бонуса возьмем. Ну и все. И остается у нас последний Капразух.
6 очков действий, 70 атаки. Ну, наверное, будет все. Ага, тогда извините, ребята, ему крышка. Ему крышечка. Мы его сейчас уничтожим. Пока. Ну что, первый поединок довольно неплохо, да, у нас прошел. Я просто хочу получить этот наборчик Азия в честь ихнего Нового года. Так, Джетс, Спинозавр и Стегозавр. Ну, здесь, наверное, еще будет проще. Так, мне нужен Травоядник. Травоядника здесь нет, ни шиша. Ну, давай Стегоцератопса возьму. Дальше взять надо вот этого вот Диплотатора. И против него мы возьмем еще и Спинораптора. Да. И в принципе все. Этого с удара выносим. Бамс. Сейчас посмотрим, на что способен спинозавр 30 уровня. Ну, я тебе скажу, это будет сносно. Это будет сносно, потому что даже если он бомбанет, мы в любом случае переживем. А вот что он скажет по поводу Диплотатора, я даже сомневаюсь, какие-то делать выводы. Нет смысла ему меняться на... Нет, конечно. Он бомбит, соответственно, подписал себе смертный приговор. Раз, два, раз, два. Ай-яй-яй, живчар, я думал, все-таки не будет брать. Но взял. Хорошо. Что он нас ушатать не сможет? Ведь не сможет, нет, конечно. Ну и все, да? Раз, два. И вот так вот. Разрубаем его напополам. И выходит у нас стегозавр. Стегозавру надо потратить 2 очка действий, но он этого не стал делать. Ну что ж, тогда просто завершаем. Даже не буду менять своего динозавра. Разорвем его и так. Красиво? Красиво. И наш пак. Я хочу его получить и открыть. Вот он, красивенький наш. Итак, деньги, ДНК и Аланка. Да ладно, ты серьезно? Не кто-нибудь, а именно Аланка из всего того, что было. Главные награды лиги. Это сколько? Через один день 14 минут будет доступно. А здесь забираем награды. Ну что, Каназойску, да, нам нужно будет сыграть. Это мы с тобой сделаем. Так, я, знаешь, что забыл? Поставить еду делаться. Так, и вот тут тоже забираем с тобой. Так, ну что, события. Что у нас тут еще? Чудовище глубин. Вот, ого-го. Майозавр, геозавр и ксенатодон. Я, наверное, сделаю вот так вот. Это для начала. А против этого вот так сделаем. И вот так вот. Я думаю, этого будет достаточно, ребят. 350, 542. Может быть, недостаточно. Фиг его знает. Сейчас проверим. Меняться, если он только вот на этого сможет. Ох, 524 к атаке. Давай я так сделаю. Испугается, поверь мне, он сразу будет меняться. Сразу поменялся. Еще и атакует. Вот так вот, ребята, он делает. Еще и атакует. Ну что, нам надо выбрать с тобой, наверное. Угу. Этот будет по атаке посолидней. Он 2 нанес мне, да? 2. Поэтому мы его, я так понимаю, ушатываем сейчас. И берем еще бонус.
Goodbye, goodbye, отлично. Это он только 20 уровня, его надо будет прокачать до 30-ки. У нас, в принципе, для этого все есть. Ну, а здесь, конечно же, так как у нас очень мало здоровья, он нас накажет. Ну, а следом мой архилончик накажет его. Здесь достаточно всего лишь применить одну атаку, остальное впустить все на бонусы. Ну, как-то вот так вот. Ну, и как ты понимаешь, у этого геозавра шансов вообще нету. Тем более он тратит 3 очка действий. Да, ребят? Иди сюда. Погнали. По полной программе сейчас влетит ему. Ты что делаешь? Ничего себе, разгон берет, смотри. На землю он упал. Ничего себе, он, короче, поплыл, набрал скорость и брюхом своим просто ударил по дну. Такого добивания я еще не видел. Так, ну что, это была первая только схватка. У нас еще две впереди. Надеюсь, справимся. Так, смотрим. Ромалиозавр, кранозавр и мауезавр. Ну, против вот этих, тут, понятное дело, гигантский артакон будет выступать. А против вот этого мы возьмем с собой... Подожди-ка. То, стоп. Здесь немножко не так, я что-то... Вот так делаем с тобой. И вот так. А уже после всего этого сделаем вот так. Окей. Да что ты, блин, не того поставил. Попутал, ребята. Да. Последовательность попутал. Меняет. Еще и бомбит. Меняет, еще и бомбит. Ну давай, попробуй его прописать. Атаковать. Минус. Ага, выходит, у него тоже кранозавр. Но у него 23 уровня. Немножко посильнее, чем мой. Но ушатать ему хватит. Ну а дальше артакон, естественно, ребят, делает свои дела. Здесь раз-два. И одну возьмем с тобой на дополнительный бонус. Выбили ему мозги. Так, ромалиозавр. Ага, ничего не стал делать. Ну, поехали. Что нам тут? Все. Уничтожили. Ребята, уничтожили мы его. И остается последний у нас бой. Последний поединок. Плезиозух, платозавр и простостега. Значит так, против этого мы возьмем артакантуса. Против платозавра мы возьмем ромалиозавра. А против простостеги... Вот так. Да. Деньги. Было 5 миллионов, зашел в игру. Осталось 2,5. Да. Ну, 851 к атаке. Я считаю, что это очень хороший урон. Прям такой чудесный уронище урону. Меняет. Протостега. Ну, против протостеги, естественно, у нас есть артакантус. Бонус возьмем с тобой. Доп. Естественно, он меняется. Берет платозавра. Но атаковать не стал. Что очень-очень плохо. Ну, зато я буду атаковать. Все. Прощай. Протостега. По идее, не должно хватить. Если он, конечно, не поменяется.
Не должно же ведь, да? Хватило. Да. Раз-два. Раз-два. Все. Черепашка пошла ко дну. И остается плезиозух. Проверим. Да что ж такое хватает им, а? Ну, понятное дело, что тут все. Мы сейчас ему столько урона влепим. На 10200. Тут вообще без вариантов, да, получается. Ну что, мы выиграли. Что нам там полагается? Рулетка? Колесо призов. И по итогу пирораптор. Пирораптор, друзья мои, ну конечно же. Я заслуживаю только пирораптора. Начать эволюцию. Да. Здесь мы забираем. И остается всего лишь у нас с тобой одно событие. Схватка чемпионов. Денежная борьба. Она тут суровая, как всегда, да? И на минусы. Которые, кстати, по-моему, ни разу я не проходил. Вот я думаю, может быть, взяться да пройти его сейчас, а? Или не надо? Нам проще вот этого, наверное, пройти. А кто вообще у нас здесь? Бакулит, Лептоклейт. То есть почему-то вот в этом событии у нас нету, как тебе... Вот у меня Бакулита только нету, видишь, в коллекции. Почему-то обычные. Не знаю. Ладно, давай сыграем. Давай сыграем. Я возьму... А здесь... Кого я здесь возьму? Ну, давай возьмем Эдю Морфодона, Раджастегу и... И что, Таникола Грюса? Пускай будет Таникола Грюса. Пускай будет так. Чё-то, по-моему, ребята, я погорячился. Взял Эдю Морфодона здесь. Да, погорячился я, конечно. Да. Ладно. Убивает, убивает. Я знаю, ребята, что он убивает. Раджастега. Раз, два, три. Раз, раз. Допустим. Неужели будет все сливать? Нет, нет, нет. Он ничего не стал сливать, друзья. Тут, скорее всего, буду сливать все я. И он еще и выжил. Как мне тогда тут бить-то? Раз, два. По-моему, эту схватку я проиграл. Судя по всему. Да, ребят, что-то я погорячился. Не взял вообще ни одной рептилии. И сфейлил своих динозавриков. Ладно, 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 ладно. Признаю. Поспешил. Поехали. Раз. Два. Три. Так пойдет? Я думаю, так пойдет. Ну что, берем бонус.
мой ход. Меняем. И вот так вот делаем. Попробуем. Ага, 36 хп всего лишь остается у него. Вот так вот он сделал, да, значит? Раз, два. Раз, два. И отсюда. Все сливает. Вот так вот, ребята, все слил. Берем с тобой Эдди Морфодона. Раз, два, три. Раз. Пам. Готов. Выходит тираннозавр. Три атаки. Ну и в принципе все, ребят. Нам за глаза и за уже 5 атак. Гудбай. Великолепно. Ну что, переходим на следующий поединок. Сейчас мы там посмотрим, что к чему и почему. Так, тираннозавр. Ну, понятно, все, опять же, тираннозавры эти. Я, наверное, сделаю чуть-чуть по-другому. Возьму топиелозавра. Апатозавра, я думаю, наверное, нет смысла здесь брать. Можно взять анкилодока. Нет, не надо его брать. Сделаем вот так, так и... Да Николай Грюса жалко, конечно, его сразу тут разнесут. Ну, придется его пускать на мясо. Он, конечно, здесь долго не простоит, но... Сколько простоит? Давай. Угу, вырубает. Оу. Не вырубил, ребята, он не вырубил. Поехали дальше. Ха, не стал. Сколько у тебя там здоровья-то? Так, и два в бонус возьмем. Нормально, нормально, ребят. Ничего страшного. Ох, ё. Он решил все слить. Ладно, это только на руку нам. Ну что, две атаки. Раз, два. Раз, два, раз, два. Все. Пока. Выходит тираннозавр. Вот, как видишь, ничего он здесь делать не стал. Поэтому берем с тобой топиелозавры. Если я сейчас все солью. Вот так сделаем. А, он 4 защиты брал. Все. Все, парень. Раз, два. Три, четыре, пять. Проверочка. Ага, вот так вот ты решил. Блин, он не сливается, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Да ты заколебал уже, а?
Ага, вот он, прозрел. Он все потратил. Значит, нам остается всего лишь два удара нанести ему. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну и все, и пока. Иди гуляй отсюда. У него 4 очка действий. Будет, наверное, сливать все 4, я так понимаю. Вообще ничего не сливает, ребят. Так, сколько же он там возьмет? Проверим, сколько он там возьмет. Угу. Так, а он, по-моему, нас сейчас шваркнет, ребята. Да. Мы здесь сфейлились. На защите мне подкол. Ладно, хорошо. Двигаемся дальше, ребят. Все равно я отыграю. Все равно будет пройдено это столкновение. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хватает. Ладно, деплотатор, пойдем. Как нам тут лучше сделать-то? Так. Так. Даже не знаю, ребята, как тут. Ну ты понимаешь, что у них сейчас будет преимущество по мне, по моим этим. И что, я с одним птеродактилем буду что ли там дрынкать? Даже не знаю. Поехали. Сколько он бомбит? 241. Ну-ка. Раз, два, три, четыре. Бонус. Шикарно. Так, сколько у тебя там? 3 очка 10, да? Он все сливает. Ведь не подобьет же. Ведь не подобьет же. Давай-ка мы с тобой сделаем вот так вот. Ну, проверим. Все слив получается, да? Он все слил. Значит, нам нужно с тобой сделать раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два. Так вот. Ну и вышел тиранозавр. Конечно, да-да-да-да-да, ага. Держи карман шире, парень. Держи карман шире. Да, деплотатор, конечно, это что-то с чем-то. Он с ними просто на изи расправляется. Но если бы у нас нудогазавр был бы 40 уровня, поверь мне, он тоже бы здесь бы расправлялся бы на изи. Так, ну что, вот последнее столкновение. Я не знаю, ребят, нам без деплотатора здесь не справиться. Единственное, что я могу просмотреть рекламку и потом попробуем. Ну, давай попробуем. Так, друзья, я ничего лучше не придумал, как вот взять вот такую команду. Но что-то мне подсказывает, это провальный вариант просто-напросто. Ох, Вархозавр. Давай бонус бери. Сейчас посмотрим. Угу, он купился, да, получается? Он купился на это все дело. 400, 400, 400. Блин, нам не хватит, наверное. Наверное, нам не хватит. Зато ему все хватает.
зато этому супостату все хватает, как ты видишь. Раз, два. Раз, два, раз, два. Так, минус. Так, посмотрим, что он сейчас придумает. Я так и думал, что он будет атаковать. Значит, делаем следующим образом. Он же все слил, все. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Минус тиранозавр мод 2. Ну и выходит последний из тиранозавров. Ну вот все, победа у нас в кармане, ребят. Все рассчитал как надо, все правильно я сделал. Поэтому уничтожаем. Я хочу, чтобы мне выпал бакулит. Самым-самым маленьким процентом выпадания. Именно тот самый бакулитик, который мне необходим. Так, еда, деньги, но выпадает мне амфицион. 65 очков доверия еще в плюс. Так, забираю здесь награду. И нам нужно с тобой сделать 3 PvP боя, соответственно. И первый из них у нас будет Кайнозойская эра. Что такое? А, вот сюда. Погнали. Значит, берем Уртинотериума. Дальше пойдет у нас Мамонт. И последний это Эриматерий. Деньги кончаются, ну а что поделаешь. Деньги здесь, да, ребят. И такие деньги, и доллары, и хавчик. Ох, ё. Ты глянь, что тут, ё-моё, ребят. О-оу. Ты глянь, практически все под меня подстроено. Да. Он все-таки решил атаковать. Кто против Энтеларакса хорошо пойдет? Мамонт. Возьмем бонус. Он наверняка сейчас будет меняться, скорее всего, на Амфициона. Или как его там? А, Мегистокурус. Еще и атакует. Окей. Вот здесь нам как раз нужен будет вот этот вот. Че, две атаки нужно, да, прописать? Раз, два. А там олень. Северный. 306. То есть сейчас он запинает, да, получается? У-у-у. Он все будет сливать. И запинает. Да-да-да, слышу я там. Лучше бы он атаковал полностью. О, замечательно. Замечательно в плане того, что, ребята, мы с вами сделаем следующим образом. Так, поменяемся. Раз, два, три. Вырубаем этого. На тебе. Оу. Оу-оу-оу. Ну ему, да, ему достаточно одной атаки. А я не уверен, друзья мои, что мы здесь. Это полная фигня. Ладно, ребята, фейл так фейл. Да ладно, ты. Ты серьезно? Да, ребята, это неожиданно для меня. Я уже все, ну, я уже говорил, фейл так фейл.
Я думал, он там защиту поставит и все, а он ничего подобного. Так, ну давай, приз любители. Тут, наверное, ничего хорошего нам. Блин, он там гигантский олень. Хоть бы раз бы. Уже сколько играю, гигантского оленя так и не получил. Ну, давай последний разочек крутанем. И достанется нам эти 150 ДНК. Окей. Следующий поединок. Давай еще разок, наверное, сыграем. Тут есть с кем играть. Гасторница возьмем, носорога и Келлинкина. Поехали. Ну, что там тут выпадет? Уху-ху-ху. А нафиг мне гастурист-то? У него столько здоровья мало. Ё-моё. Да. Тут только так, если. Но вот здесь, ребят, точно фейл, потому что он очень серьезный противник. Очень. Ему только если меняться, то вот на этого. Синтета Цератос. Но он вряд ли будет. Он вряд ли рискнет. Такс. Ну что, сколько у него там? 1228, да? Пропишем. Как раз нам хватает. Ну, а он, скорее всего, сейчас нас тут заколбасит. Слушай, он ничего не стал делать почему-то. Мне надо сделать вот так вот. Гастурнисом пожертвуем, так сказать. Воу, и защиты взял. Давай, давай, сливайся, сливайся, парень. Ничего не стал делать. Проверочка. Опять три защиты, да? Ну, сейчас я его тогда накажу. Нет, не накажу. Накажу уже сейчас. Это он все сливал сейчас в данный момент. Раз, два. Раз, два, три. Четыре, раз, два. Вот так вот сделаем. Так, осел. Малышок. Индрикоцер. Да, здоровый и слабый. Ну, у нас классовое преимущество, ребят, естественно. Сейчас мы его просто бомбим и все. Легнули. Какой-то типа полулося, полу, я не знаю, кто еще там. Гибридус такой, да? Но носорог здесь я одержал победу. Все, мы с тобой прошли. Крутим. Присумлиться. И... нет, чтобы 300 дать, а? 60 по минималке. Так, еще разок крутанем. И на этот раз 60 ДНК. Не густо. На самом деле не густо. Блин. Мне еще надо сражение. Я думал, что все. А оказывается, ни шиша, ни все. Ну что, тогда давай, наверное, водные с модами. Нет, ребята, водные с модами не пойдет. Это надо было, если бы у нас были бы нормальные все по откатам, тогда да. А тут чистая воды фейл. Давай, поехали. Зуходус, Бананогномиус и Кранозавр. Декодерма, Плеозавр и Леоплевродон. Ну да. Да. Ничего тут хорошего нам не светит, не сулит. Хотя, подожди, мы, по-моему, перед этими имеем преимущество, да? Будет атаковать, интересно, по полной программе сейчас или нет?
Но он не стал. Он не стал. Подожди, 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 подожди. Не спеши, не спеши, не спеши. Давай вот так я сделаю. Ага. Да блин, надо было вот этого ставить, кранозавра. Что-то я тупанул. Все сливает. Ну и красавчик. Все слил. Мы с собой, соответственно, две атаки ему прописываем. Раз-два. Раз-два. И вот так вот сделаем. Этого в топку. У нас классовое преимущество перед вот этими, поэтому все должно быть тип-топ. Сейчас возьмем кранозавра. Его пустим на мясо. За счет него наберем с тобой достаточное количество очков. Вот так вот он сделал. Два очка действия он оставил при себе. Так что смотрим. Так, того у него 5 очков действий. Смотрим, что он сейчас будет выплясывать здесь. 4. Одно очко действий он себе оставил, да, получается? Значит так, делаем следующим образом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ах ты, жук-то такой. Это получается, если он очко действия оставил себе, да? Это 4, 5, 5. А, ну тут не волноваться не стоит, ребят. 107 к атаке. Ну ведь не должен же пробить. Конечно, нет. Под 3 защиты. Не-не-не-не-не, это... Это беспонтово. А вот мы сейчас, да, мы сейчас, конечно, бомбанем. Да, вот таким вот образом. Шикарно. Зуходус у меня всегда почему-то, ребята, очень хорошо завершает битвы. Какой-то он фартовый у меня. Я уже замечаю это неоднократно. Ну вот, как-то так. Крутанем. Что тут нам? Приз любителя. О, лептоклеит. Супер редкий. Неплохо. Так давай без вылетов, без всяких. 150 ДНК. Итого 6000 ДНК у нас есть. Все. Забираем наши награды тут оставшиеся. И наш ежедневный пак. 40 долларов и монетки. 95 очков доверия. Ну все, друзья мои, что я могу сказать? Поиграли сегодня славно. Как по мне, все отлично. Да, конечно, одно событие не прошли. Но тут был выбор. Либо мы с тобой проходим, да? Опасные эти как-то, ну, ты понял, с хищниками. Либо вот это вот. Здесь, мне кажется, было бы мне сложнее проходить. Но если бы у меня было бы очень много рептилий, то, скорее всего, бы разорвали. Но, опять же, это я вижу только... Как сказать, первую волну. А их тут 3. Что там дальше, я даже боюсь представить. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.